Здравствуйте. Вот сегодня хотел показать опять этот проигрыватель. Подключил его к этому двухблочнику Philips. Вот попалась мне в руки такая пластинка Stevie Wonder. Вот она, вот такая, двойник. Слушайте, очень интересно. Limited Edition. Короче, здесь три пластинки. И почему называется, как я понял, Looking Back? Это типа... глядя назад, взгляд назад. И тут вы можете просто фактически по диску можно посмотреть, как меняется Стиви Вандер. От ребенка до как бы уже взрослеющего. Если вы помните, откуда этот псевдоним взялся, это его называли Стиви Литл Вандер. Стиви Маленькое Чудо. Но сейчас мы послушаем. Просто интересно, то есть как бы как он уже тогда, будучи ребенком, конечно, можно и не узнать, но люди, которые его почитают, поймут все это, узнают его стиль. Вибрация голоса так немножко напоминает. Because
сейчас мы пойдем ближе к концу пластинки и поставим. Могу не попасть, послушаем, что стало там дальше. Гармонь звучит. Сейчас попробую, я, честно говоря, я даже сам не знаю. Тут уже середина получается, первая, вторая, тут уже будет здесь у нас первая, вторая, как бы сторона пластинки, и потом идет 3-4. Вот у меня сейчас тут есть еще один диск. Ну, значит, посмотрим, что стало дальше. Side 4. Итак, немножко протрем это бархаткой. Пластинки эти у меня еще не мытые, но состояние хорошее. Судя по музыке, это уже There's a sweetheart, she's so faithful, she's so true. Oh yeah, a dream by darling, the world is crumbling because of you, my heart. I think of her time, just once too much, and when you finally lose your tender, yeah, yeah. Шуби-дуби. Ну, это уже узнаваемый. Это я выключил, извиняюсь. Сейчас дождемся, когда остановится. Ну и самый конец послушаем. Просто интересно. Так, сейчас он встанет, опускаться не будет. И давайте вот сюда. Так. Ну, желаем мы
Да, такую композицию я не слышал вообще. У меня эта запись просто экспромтом. Действительно так. Интересный диск. На этом закончим. Спасибо всем, кто разделяет мою любовь к этому великому музыканту. До свидания, до новых встреч.